И снова мы с вами говорим о сале. Дорогие друзья, на моем канале «Домашний очаг с Мариной» создан плейлист о пользе и вреде продуктов. И там вы можете посмотреть видео о том, как сало полезно, как его рекомендуют диетологи и при каких случаях его надо употреблять. Диетологи и врачи давно реабилитируют сало в глазах потребителей. Уже давно развенчан неправдивый миф о его вреде. Но вы не знали, что сало еще и прекрасное лекарство, которое помогает при многих серьезных заболеваниях. Сало, прежде всего, отличное средство для профилактики запоров и застоя желчи. Еще очень много болезней я перечисляю в предыдущем видео. Я дам ссылочку в комментариях. Но этот продукт – хорошее средство для лечения заболеваний суставов. Если приложить к больному месту кусочек сала, то боль скоро уйдет. Как ни странно, этот простой способ помогает усмирить даже зубную боль, и многим он знаком. При нагноении сало поможет избавиться от гноя и остановить воспаление. При боли от варикоза перед сном на вздутые вены положите тонкие кусочки несоленого сала, не туго закрепите их повязкой, держите ночь, утром снимайте. Салом также можно лечить и мастит, прикладывая на ночь к воспаленной груди кусочки несоленого сала. При ларингите и потере голоса разжуйте кусочек сала, и болезнь уйдет. Сало можно свести и бородавки. Перетопите его, смешайте с перетертым чесноком, намажьте бородавку и закрепите повязкой. Меняйте компресс раз в сутки до полного исчезновения бородавок. Сало можно лечить и пересушенную кожу рук и губ. В растопленное сало можно добавить пару капель касторового масла, смазать место, которое требует лечения. И если трескаются пятки, сделайте на ступни компрессы, распарив предварительно ноги в горячей воде, удалив огоревший слой кожи, а затем приложите кусочки сала, и вскоре трещины заживут. Дорогие друзья, я надеюсь, канал «Домашний очаг с Мариной» очень интересен и полезен вам. Просматривайте плейлисты по тематике, о самоисцелении, о философии жизни, о судьбе женщин. И девиз моего канала, чтобы быть счастливой, не надо успевать все, надо успевать главное. Я надеюсь, несколько видео, которые могут пригодиться вам для восстановление здоровья, а может быть и вашего настроения, будут очень полезны и интересны. Подписывайтесь, поставьте класс, проверьте значок колокольчика оповещения, чтобы не пропустить новые видео, которые будут очень-очень важны вам и интересны.